Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики. Вот мы продолжаем опять путешествие по Тульской области. И приехали мы в Золотой город. Вот это бесплатная парковка на фестиваль рок под открытым небом. Сейчас посмотрим, что тут интересного. Вот курсирует такой автобус каждые 15 минут. Люди показывают, рассказывают. Но уже темно, плохо видно. А чем хорош вот этот фестиваль Вудсток? Вы, кстати, понимаете, что мы собрались здесь первый раз, а таких раз будет не меньше 20. Каждый сентябрь. Вы готовы сюда приходить каждый сентябрь? И так зажечь, да? Вот! Черт, я чувствую вашу энергию. Вы очень крутые. Сначала эти ребята привели с собой своего друга Рому Архипова, и вместе с ним они начнут свое выступление. И потом, а потом уже и сами Gypsy Kings. Ну, в общем, мало не покажется. Да не... Отлично. Кто-нибудь еще?